О, здравствуйте, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем с вами прохождение. Мышка, иди отсюда. Мы продолжаем прохождение игры Sundered. Вау! В общем, или Sundered, как правильно? Ну, в общем, неважно. Продолжаем с вами прохождение. Что ж, в прошлой серии мы, как по традиции, закончили на том, что я попал в какую-то западню, меня там... покрутили так на пальчик и отправили обратно на базу. Я там немножко прокачался, и мы с вами продолжаем дальше. Ну и что же, жижиш, теперь жижиш. Мы где с вами закончили, где мы с вами померли? По-моему, мы с вами шли наверх. Блин, подожди. По-моему, мы с вами шли... Уже, подожди, а почему? Почему добрая часть колокации, по-моему, закрыта? Я же здесь уже очень много чего исследовал, разве нет? Странно. Давайте как сходим налево. Здесь у нас есть проход налево, посмотрим, что там. В принципе, у нас тут ходы еще открытые. Продолжаем исследовать локацию. Я просто, если честно, не помню, где меня устроили засаду. Но если что, мы сейчас ее, думаю, найдем. Или найдем новое место, когда нам устроят еще одну засаду. В принципе, здесь с этим проблем особых нету. Тут постоянно нам любят устраивать трэш, стресс и всякого рода. Так. Оу! Нормально. Это ловушка. И у меня уже просто сразу хилочки нафиг. Минус половина здоровья. Я понял. Я смотрю, думаю, что это за кнопка? А это, оказывается, у нас что-то подобие активации ловушки. Я понял. Тут у нас штыри. А как же мне... Как же мне эту ловушку использовать в своих корыстных целях? Ой, не-не-не-не, нафиг, отступаем пока. Пока перегруппировываемся. Там есть немножко сквознячок, но, блин, ну, в принципе, вот сюда вот, если вот так вот встать. Ну, давай-давай, работай. Так, пошла. Тревога, оп. Отлично. Ага. Не, слушайте, здесь я не был, однозначно, я вам говорю. Ладно. То ли это просто мне кажется, и на самом деле я уж не так много и исследовал. Не, ну просто помню, что вот это вот... Подожди. Все правильно. Не, я внизу исследовал, а это наверху. Нет, все. Я запутался маленечко, ничего страшного. Я думаю, вы на меня сильно не серчаете, хорошо? Вот, здесь просто... Достаточно локации довольно-таки большие, и пока что особым... разнообразием не отличаются, кроме того, что мы заходим в какие-то красные зоны. Ну, мы в какой-то пещере находимся, нас какое-то подземелье затащило, понятное дело. Но, кстати, хотелось бы, надеюсь, что в будущем локации будут как-то меняться. Так, это у нас другая локация, да, мы попали? Так. Так, ну давай сначала здесь походим. Посмотрим там. А что там внизу за огонь? Слушай, нет, давай-ка мне интересно, вот эта вот локация с знаком огня, что это значит? Я там буду гореть? Я там буду полухать? Я там сгорю нафиг. Ладно, только не спрыгну туда, где это опять. Так, что-то опять началось. Что-то начинается. Опять прилив врагов. Опа, опа, опа. Тихо. Так, вот этого снайпера сразу нафиг убираем. Это самые мои нелюбимые враги, эти охотники. Ну-ка ты тут не гори мне. Ой, 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 ой. Так, 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 ребята, соблюдаем. Оп, соблюдаем. Соблюдаем, соблюдаем. Оп, соблюдаем, соблюдаемость. Блин, а когда они летят, я остановить их не могу. Тихо, снайпер наверху. У меня энергия кончилась. Секунду, секунду. Ой. Так, перейдем к охотникам. Там их, по-моему, двое. Охотники, я иду к вам. Что ж вы тут вдвоем-то? Мы с Тамарой ходим парой, да? Санитары мы с Тамарой. Так, ладно. Немножко здоровье мне попортили, конечно, но... Ничего. А, ну здесь я был. Слушай, ну здесь я был, да. В крематории я ходил. Все, понятно. Здесь мы ничего не смогли сделать. Он нас что-то там сказал. И сказал, и все. Мы больше ничего здесь не сделали. Ладно, уходим отсюда. Мне писали в чате, что хотят увидеть, как я буду драться с боссом. Мол, хотят смотреть больше страданий и боли. Ну, ребята, всему свое время. До босса я обязательно дойду и обязательно на нем пострадаю.
Но для начала нужно исследовать локации. Вот. Тем более к боссу тут тоже не так просто попасть, он закрыт. Он закрыт на ключ, к нему берегут доступ. Не каждый, только избранные из избранных могут попасть. Не каждый, как говорится, может занять завтрашний день, да? Ой, ладно. Опа. Контейнеры. Ой. Контейнеры. Это контейнер. Начинается. И я, да, слышал появление этих охотников. Я вас слышу. Я вас вижу. Нет, я вас не вижу, конечно. Но я вас... Здорово, братва! Чё почём? Почём сколько у вас сегодня вы стоите? Ну-ка, что-то... Слушай, с них даже ничего не выпало. Ну, вы серьезно? Слушайте, ребят, вы какие-то дешевые нынче. Что-то у вас... Даже бить вас неинтересно. Что же вы мне ничего-то не дали? Вы мне должны какие-то приколюшки давать. Вкусняшки там всякие, там монетки хотя бы. Ну, в принципе, здесь кроме хилок и монеток так, ловушка. Она получается здесь просто так, да, для... О, е! Я нашел, ребята, клондайк. Подожди, сначала, походу, надо отбить. А, вот оно, ловушка-то, вот. Я нашел то место, где меня вчера нагнули. Тихо. Да, вот они, да. Я и вас нашел, и вы меня снова нашли. Курочек, курочек. Так, энергию. Восстанавливаем энергию. Спокойно, 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 спокойно. Вы вообще без, вы что, безлимитные здесь, я не понимаю. Вы кончитесь когда-нибудь. А это что за желтый? Эй, желтый! Ты какой-то главный, может, здесь? Еще и звуки такие неприятные делают. У меня палец устал, ребята. У меня пальчик устал. Дайте передохнуть. Да вы... Тихо. Не. В смысле, не надо мне на базу. Дайте мне передохнуть. В смысле, так, мне надо этого желтого. Блин, да вы что, издеваетесь? У меня здоровье кончается прямо резко очень. Тихо. О, где здоровье? В общем, я понял, надо бить этого желтого, потому что остальных бьешь, они снова появляются. Нужно бить желторотика, цыпленка, цыпленка табака, унижать, убивать и выпотрошовать. Нафиг. Давайте уже оттуда добегу и там продолжим. Ну что, друзья, мы с вами дошли до этой засады. Давайте, ну, активируйте уже засаду эту. Мне, наверное, скорее всего, слушайте, мне, чтобы активировать, надо по ней ударить, да? Давай. Я хочу эту штучку забрать. Бить будем по желтой, исключительно по желтой. Побудем пытаться. Мне кажется, он здесь типа начальника. Так, поначалу пока их не так много. Тихо, спокойно. Главное, держим ситуацию под контролем. Так, слушай. Вот она, желтая появилась. Она мне, кстати, адово очень здорово сносит. Блин. Ай-яй-яй. Тихо. Блин, да что ж такое? Да офигеть. Да. В общем, я пока решил то место обойти, не трогать эту вкусняшку. Я другую, кстати, нашел эту вкусняшку и забрал ее. Видите, у меня теперь уже 500 очков. Ну, будем говорить, денег, золото, gold. И поэтому пока, как рекомендует нам игра, если у вас не получается что-то пройти, пока идите дальше, не зацикливайтесь. Да, я там прокачаюсь потом и вернусь. Прокачаю силы, прокачаю здоровье и вернусь. Потому что, ну, пока что это только будет лишняя трата времени, времени записи, времени прохождения. Так, здесь мы, получается, можем с вами пойти вниз или налево. Ну, мне кажется, особо тут нету разницы, просто бывает разными путями идешь к одной и той же цели. А, нет, здесь мы не пройдем. По-моему, там нет прохода, значит, пойдем здесь. Так что пока то место я решил пропустить и не зацикливаться на нем. Кстати, вот оно, да?
Мы его можем спокойно пройти, если не будем трогать эту замечательную штучку. Конечно, очень сильно у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу такую прекрасную вещь, за которой я могу себе пополнить запасы золотничков. Но... Эх, не хватает, знаете... Да, блин, не хватает двойного прыжочка, если честно. Так, пойдем сначала с снайпером разберемся. А потом эти сюда как раз попадают. О, нормально, я вас оптом сразу буду всех валить. Сразу. Так, подождите, я не достал. Ой, проснулся, смотри. Разбудили маленького, а. Иди сюда. Не надо мне тут, понимаешь ли, крутиться, вертеться. Все. Поэтому... Так, ну у нас с вами есть вверх еще локация. Блин, тут вообще, я не знаю, тут есть край вообще этих локаций. Здесь и следующий, следующий. Давайте я сначала быстренько, буквально просто посмотрю, что вообще. Ясно. Ясно, ясно, я вас понял. Я сразу тебя подберу, чтобы они не накаляли. Этот-то он никуда не денется, он уже пересложился. Все, отлично. Охота везде побывать, все посмотреть, ну блин. Так, ну здесь мы, получается, должны... А, слушай. А, нет. Да. Ой, что это я делаю? Так. И снова куча врагов. Вообще надо радоваться куче врагам, потому что это наш все-таки способ прокачки. И как ни крути, мы должны радоваться. Но почему-то меня эта перспектива не всегда радует. Ой, у них еще какие-то фиолетовые лучи пошли. Эти красные, фиолетовые, причем что-то частые очень. Эй, вас там сколько вообще, а? Ох, ребята, успокой! Ой, здесь! Тихо. Так, пойдем к этим охотникам, сходим. Ух ты, ё-моё! Я снова нарвался на какие-то неприятности, друзья. Я вообще себя потерял, где я? Вот он я. Тихо. Вообще бесполезно. Нужно убивать именно босса. Он еще какую-то, что ли, силу там... Я просто в этой каше не понимаю, кто там... По-моему, нем, что мне... Там просто непонятно. Появляются эти гребаные, сраные... Куча всех врагов и бесполезно их бить. Но, с другой стороны, на них можно фармить. Блин, появляется просто нереальная куча врагов, и, ну, блин, на них можно, конечно, фармить, но, блин, я фиг его знает. Так, давайте-ка прокачаем. Повышает максимальный запас эликсиров здоровья. Давай, теперь у нас две хилочки, это очень-очень полезная штука, я к ней прямо шел. Броня сажает получаемый урон. Так, здесь получается нам броня... Так, давайте, наверное, прокачаем броню пока что. Вот, я хочу, здесь у нас еще есть развилочки, хочу потом по ним посмотреть. Что они там дадут. Может, они как-то будут усиливать. Нам бы еще урон тоже наносящий от нас, чтобы мы прокачивали свое, ну, свой урон, соответственно. Потому что пока что у нас урон очень слабенький. И мы долго долбим врагов. Так, хватит? Нет. 350 очков. Нет, к сожалению, не хватает. Ну, здесь я уже больше ничего не прокачаю, да? Все, везде нужно 150. А для ячейки нового, чтобы открыть, потратьте осколки. А, тут какие-то осколки нужно еще искать. Или это и есть? Стоимость. Ясно, ладно. В общем, не знаю, сколько там каких-то осколков нужно, чтобы открыть другую слева-справа полоску прокачки. Ну, будем так. Ладно. Снизу у нас закрыто. Я не знаю, вряд ли там что-то изменилось. Вряд ли там что-то открылось. Справа у нас тоже там есть. Но там, кстати, там, по-моему, открыто, да? Давайте-ка сбегаем, проверим. И здесь, смотрите, да, получается, вот область локации, она закрывается опять. Опять ее нужно заново исследовать. Ну, как бы понятно, там, где бегаешь, но просто что ориентироваться, где ты был, где ты не был. Вот что непонятно немножко. Может быть, там нужно какой-то отрезок, специальный участок. Ну, по-моему, скорее всего, там будет закрыто, нет? Какой-то отрезок участка нам будет пройти, чтобы открылся. А, здесь я понял, здесь я не пройду. Здесь у меня, к сожалению, нет возможности пройти.
Так, а если вниз пойдем, то внизу мы... Внизу мы... Ну, к боссу выйдем, босс у нас там закрытый. К нему я ходил, и он там меня, к сожалению, не хочет принимать пока. Значит, нужно идти туда, к этим... Ну, в общем, получается, вариантов нет. Мне что, что одного забирать, что другого забирать, вот этих желтеньких, надо в любом случае. Вот. Кого лучше, я, честно, не знаю. Они, по-моему, оба жесткие. Ну, жесткие, естественно, они за счет того, что просто там очень куча врагов. Реально, ты... Я себя буквально просто теряю, где я нахожусь в этом празднике жизни, в этом мясе. Какая я там частичка. Там столько всего происходит, что аж непонятно. Я просто не могу себя контролировать. И куда мне нужно уходить. Я там стараюсь кувыркаться. В итоге получается, что никуда не ухожу. Так, ну все, двигаемся сюда. Звучит, конечно, как оправдание. Да, может быть, я оправдываюсь. Оправдываюсь своей беспомощностью с этими врагами. Ну, потому что реально так. Ну, других вариантов пока куда идти, я больше лично не вижу. Просто пока не вижу. Вот, сюда, здесь у нас все закрыто. У нас, конечно, внизу, там, в самом низу можно исследовать локацию. Но я хочу здесь вот, если пошли здесь, то надо сюда идти. В общем, сейчас попробую полностью собраться и все-таки пройти данную локацию. Так. Интересно, а если я попытаюсь уйти от этих снайперов? Охотников. Будем правильно их называть. У меня получится это сделать? Или они меня через всю карту будут доставать, пока я к ним не приду? А? Давайте проверим. Блин, попал. Ну ладно, это пока по энергии... По щиту бьет, поэтому это не страшно. Слушай, ну пока он достает меня, куда бы я от него ни делся. Блин, опять по щиту попал. И снова по щиту. А, нет, сами все, отстал вроде, да? Вроде бы отстал. Хорошая новость, значит от них можно в принципе уйти. Не-не-не. Давай мы с тобой разберемся уже. Так, ладно. Я уже запутался, где я тут был. Тут что-то вроде каждый раз бегаю, у меня такое ощущение, как будто каждый раз новая локация. Честное слово. Блин, я прямо под него прыгнул. Ладно, у меня есть еще щит. Он меня должен защитить. По теории. Так, ну здесь я был, да, это место я помню. Падаем вниз. Там мы вернемся назад, где мы, откуда мы пришли. В принципе, я просто кругаля сделал, не нужно. Вот она, ловушка. Фу, ладно, поехали. Пытаемся. Как появится желтый, нужно будет постараться аккуратно, но постоянно в него вливать урон. Потому что их убивать бесполезно, они будут снова появляться, и с каждым разом все больше и больше. Такое ощущение, что чем больше я их бью, тем больше они появляются. У нас теперь, если еще есть две хилочки, это, кстати, очень... Или по самому этому шару надо заработать, не знаю, ну. Надо еще дать, чтобы у нас щит восстанавливался. Тихо, тихо, тихо. Оп. Вот желтый появился. Тихо, щит, 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 восстанавливайся, восстанавливайся. Че он не восстанавливается? Почему он не восстанавливается? Где щит? Вот он, блин, долго восстанавливается. Так, желтый, желтый, желтый. Щит, 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 ждем, ждем щита, восстанавливаем здоровье. Так, желтого бьем. Восстанавливаем щит. Тихо. Щит, 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 щит. Уходим. Мама моя дорогая, что вообще творится?
Блин, какой же он живучий. Так, ну у него чуть-чуть вроде осталось, нет? Ну-ка, где он? Я среди вот этого всего не понимаю, где... Где он? Тихо-тихо-тихо, уходим. Ему, по-моему, один удар остался. Ну и мне тоже! Есть! Есть, я его убил, ребят. Все, добиваем этих остатки. Блин, первый есть. Ну, походу, надо сначала всех добить, да? Ну-ка, вылазь. Последний остался, иди сюда. Есть. Да, фу, блин. О, хилочки, хорошо. Das is good. И что это такое еще дали? А, что-то, что? Это, наверное, какой-нибудь, может, осколок есть, который мне нужен, чтобы открыть другую ветку прокачки. Все, они, наверное, не спустятся. Так, первую мы отбили. Хорошо, но это было очень сложно. Это было очень сложно, на самом деле. У нас почти 1000 золотников. Хорошо, они не теряются. Нафиг мне этот хардкор лишний. Чтобы, если я умираю, они здесь бы оставались. Я бы с ума сошел, на самом деле. Так. И сейчас, получается, мы идем... Так, вниз мы пока никак не можем пройти. Идем тогда наверх. Жалко, у нас тут нету никакого инвентаря, чтобы я не могу посмотреть, что я взял, что не взял. Так, ой, сейчас начнется опять. Очередная волна врагов. Давайте их сразу убьем. Я, по сути, они мне здесь не составляют никакой проблемы. Ну, просто что с них падает? Что-то все вниз упало. Ну-ка, подожди. Ну, что-то я думал, тут больше вниз упало. Всего две штучки. Я думал больше. Можем пойти наверх. Посмотрим, что наверху. Что-то здесь ничего пока не видно. Ничего полезного здесь нету. Пойдем вниз. Ой, 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 ой. Так, сейчас они будут приземляться. И это, кстати, даже самое, что интересно, это же даже не считается за микробоссов. Это простые, простые, стандартные, обычные враги, да. Я, блин, такие сложности на них испытываю. Но я говорю, что мне нужно просто еще урон прокачать. И с ними уже нельзя просто так долбить, зажимать, стучать. Нужно постоянно убегать, кувыркаться. И, ну, восстанавливать щит. Причем вы именно в этот момент ты понимаешь, насколько долго восстанавливается щит. Вот прям... Ой, ни в какой другой момент. Так, уберем, потому что они меня преследовать будут. Они мне не дадут спокойно дальше двигаться. Держи. Так, давай наверх. Что-то... Вот опять же, я не понимаю, что это за локация. Так, что-то там красное было, слушай. Блин, что-то покраснело. А здесь я подняться не могу, походу. Да, здесь мне нужна какая-то способность. Получается, мы с вами пришли. Вон у нас проход вниз. Получается, внизу, наверное, тогда я встречался с этими охотниками, их главарем. Ну, пойдем вниз тогда. Ой! Здравствуйте! Я думаю, слушаю, это уже вроде охотник. Так, хорошо. Мне назад надо вернуться. Так. Мне нужно вернуться назад. Блин, ну они бы все-таки оставляли бы то место, что я, допустим, вот сейчас я исследовал, чтобы я знал, что я здесь исследовал, что нет. А то, блин, это очень-очень, на самом деле, может, ну, скорее всего, это тоже нужно где-то что-то прокачивать на этот момент. Чтобы мне говорилось, где, не знаю, потому что, ну, так я просто заново опять начну, и потом опять это будет локация закрыта. И опять вспоминаю, где я тут был, где я тут не был, поэтому лучше сразу эту локацию тогда закрыть. Две хилочки. Ой, я их забыл, что ли? Опа! Ага. Не, давай-ка заберем, убьем его точнее. Двоих убьем. Чтобы они тут, понимаешь ли, не чувствовали себя в безопасности. Так, энергии у нас пока хватает. Я постоянно слежу за энергией, за подачей, чтобы у меня все было нормыч. Опа.
Да сколько вас тут, а? Я уже, наверное, запарился задавать этот вопрос, потому что на него ответа нету. Их тут много. Их тут очень много. Все, этот день остался. Иди сюда. Иди сюда, родной. Иди сюда, дорогой. Вот так вот. Все. Ладно. Идем дальше. Здесь что наверху? Здесь немножечко уронили мимо. Стой. Стой, 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 стой. Есть. Что за звуки сейчас были? Как будто, то ли, знаете, на какую-то резиновую маленькую игрушку наступили. Так, эти появились, во-во-во. Не, мне определенно нужно немножко... Да блин, тут все надо качать, и здоровье, но, блин, силу урона тоже нужно качать, потому что прям... Прямо очень долго бью по ним всем. Наверх мы никак не пройдем. Нет, там прохода нету. Значит, идем сюда. Исследовательская лаборатория, база Валькирии. Здесь, получается, можем пойти налево, можем пойти... Так, ну давай направо пойдем, потому что там у нас... О, ребятки, босяцкий! Ну, давайте посмотрим. Давайте поглядим, что здесь за босяцкий. Я боюсь представить, я хотя бы просто познакомлюсь, что... Бездушные машины! Так, он один будет или ему эти будут помогать создание? Так... Отлично. Нет, это, по-моему, не босяцкий, это, по-моему, мини-босс, если я не ошибаюсь. Воу! Воу! Ой, он, смотри, он этих родил. Ой-ой-ой. Блин, какие они звуки неприкольные. Так, ну ладно, я пока. Ё-моё. Так, давай их будем убирать, потому что они тоже будут не мешать. Он сейчас будет новых рожать по-любому. Да, он там наверху уже выродил. Так, ладно, бьем его, бьем его. Энергия кончилась. Останавливаем энергию пока и долбим его. Ой, как их тут много-то уже. Идри. Тихо. Полетели. Опа! 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 Блин, я кончилась. Сила, сила, выносливость. Оп. Тихо. Блин, он внизу. Ну, все нормально, ребята. У нас еще две хилочки, если что, есть. Блин, он далеко очень улетел. Ядрить у него. Интересно, если я когда убью, они кончатся, нет? Ну, по теории, как бы мы же убьем их, главного создателя, правильно? Как его... Воу, энергия кончилась. Тихо, 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 тихо. Тикаем, 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 тикаем. Оп. Оп. Ай. Ай. Так, ой. Так. О, хорош. Еееее. Да. Сила. Пауэр. Отлично, можно как-то хильнуться. И что это мы тут... Подожди, стой, там наверху еще что-то осталось. Так, сейчас я эти сопельки с них подбираю. Так. 1675. Блин, я хочу прокачаться, ребят. У меня столько, все, столько всего. Ну вот, это, по-моему, получается, это был не босс. Это, да, это считается мини-босс. Ладно, ну, в принципе, он был изичный. Но если сейчас... идиоты! Эти безумные создания сражаются за своего... за свои желания, за жалкие цели. И разбивают осколки древних... Собери 3 фрагмента, и осколок вновь станет целым. Это... Кто мне сейчас говорит вообще?
Ты друг, враг. Но, судя по интонации, скорее враг, чем друг. Ну мы можем вниз пройти. Окей. Мы можем пройти вниз. Ну ладно, давайте посмотрим. Может, мы куда-то пройдем. Здесь какой-то... Блин, мне бы хотелось какую-нибудь сейф-зону. Я просто... Неужели это все... Это единственная наша будет сейф-зона на всю локацию. Это вот это вот место. Так, это мы куда подвинемся? Погоди, сейчас здесь что есть? Здесь у нас есть подъемы. Подъемчика в никуда. Я вас пьюнил. Так, а здесь что? Так, еще один лифт, да? Оп, ладно, поехали на нем. Уау! 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 Ааа! Да! Лошара. А куда же мне там... Подожди, давай, может, на том поднимемся, может, на этом проще. Что-то я немножко не понял там. Там этот луч спускается, а мне куда? И он мне, получается, я не сам вниз падаю, он меня давит вниз. Так, здесь можем еще направо, по сути, прыгнуть. А чё он? Чё он не кончается-то? Нифига он нас жарохает. Больно! Больно! Жжёшься. Твою дивизию, офигеть. Так, что-то я немножко не понимаю, как там действовать. Ну, можно выше, по сути, допрыгнуть. Ладно, сейчас не паникуем. Значит, все-таки он не он меня столкнул, а я в панике вниз тоже. Это я испугался. Значит. Ладно, соберись с мыслями. Блин, у меня почти 2000. Мне срочно нужно прокачаться. Прямо вообще позорис. Тихо. Есть. Так, пошли вверх. Ай. Так, ладно, энергия. Все это на энергию упало. Так, мы куда вышли вообще? Идем в правильном направлении, ребят. Там у нас какая-то... Ой! Египет Пауэр будет сейчас. Качайся. О, отлично. Вниз. Так. Здесь надо перепрыгнуть. Оп! Ну, пока врагов нет. Это хотя бы радует. Здесь ловушек хватает. Еще сейчас здесь ловушки, еще и враги будут. Это вообще будет не очень. А что они круглые есть? Я же победил их, мать! Я мать их победил, мать твою. Типа это может быть остатки. Надеюсь, Игорь. Остатки, это ага. Остатки былой армии. Угу. Так, ну я близок к цели, ребята. Ой, ну вы меня сегодня прям балуете, спасибо вам большое. Не, налево не буду, иди. Блин, имите лучше не страшно, ну это нечестно, ребят. Это правда нечестно, ну. Что же такое? Иди сюда, малыш. Иди к мамочке. Так, и мы, получается, открываем... Оп! Что это нам дает? Я прислушаю. А, у меня уже палец устал. Что-то закипело. Так. И? У нас появляется устройство для прыжка. Двойной прыжок! Люди, валькирии, были весьма... как жаль, что они отличались глупостью и упрямством. Офигеть, у нас, ребята, с вами двойной прыжок есть. У-ху! Так, слушай, а мы здесь сможем открыть проход? Да. Есть, отлично. Таким образом мы сможем... Все, ребята, давайте прокачаемся уже. Открывайте мне. Открывайте, все, я босяцкая тут. Я тут босс всех боссов. Я тут царь всех царей. Я тут... ЧСВ всех ЧСВ, я не знаю, что тебе сказать. Пошли быстренько прокачаемся. 2000, ребята, 2000 у нас есть. Да, дайте мне 2000, я что-нибудь за них сделаю. Вот. Ну, в смысле, культурно, естественно, ничего большего. Например, прокачаю персонажа. Нашу Эш. Эш. Да, давай, быстрее. Ну, что ж ты не хочешь прокачаться-то? Давай, скорее, девочка моя. Ненаглядная. Ой. Так, ребята, вы мне не мешайте. У меня, понимаете, у меня очень важная, у меня прокачка. У меня... Меня там ждут. Меня ждут куча возможностей, которые я сейчас себе прокачаю. Я себе прокачаю здоровье. О, чего я себе только не прокачаю. Блин, как я, кажется, далеко. Казалось, ближе. Слушай, а я здесь поднимусь вообще, нет? Ну, вот поднимаюсь. Правда, не вижу ничего.
так. Мне кажется, должен быть какой-то быстрый способ перемещения, или я ошибаюсь? Есть. Не, ну есть быстрый способ перемещения, умереть называется. Так. О, смотри, у нас это сама открылось, да? Да, получается, мы открыли какой-то осколок. Это что, у нас устройство для прыжка. И у нас, получается, новая ветка, да, открылась. Броня, удача, здоровье. Так. Это что такое? Дополнительные бонусы какие-то. Где у меня, ребята, на силу атаки? Мне скажите, пожалуйста. Максимально. Пока только что. А, вот идет. Шанс критического удара повыше. Блин, я хочу это. Я это хочу. Мы пойдем через броню, давай, сюда. А, урон по... О, давай. Щит повышает максимум. Давай. Так, и шанс. Отлично. У нас с вами еще остается... А, ну все, нам больше, скорее всего, ни на что не хватит. Разве что так. Здесь что у нас? Энергия повышает максимальную энергию. Блин, вот это получается у нас выносливость. Вообще штука очень полезная. Тем более нам ее очень сильно таки не хватает. Так, здесь я ничего уже не прокачаю. Ну все, да, у нас 190. Нам уже надо как минимум 200. Все, ребята, нормально, отлично. Сегодня мы с вами подрались... Раз, с мини-боссом победили желтую соплю. Еще надо победить желтого робота. В общем, я считаю, мы сегодня за серию уложились и прокачали нашу Эшку. Вообще, она теперь у нас бомбезная, крутая, красавица. И, в общем, у нее все будет хорошо, и у нас с вами тоже. Вам желаю, в свою очередь, удачи. Играть только в хорошие игры. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем счастливо, всем пока.